вот такие вот дожди бывают, проливные. Это куда? Вы смотри, нормально затарились, девчонки. Вас с магазина? Так как отель находится на отшибе, решили воспользоваться автобусом до Central Festival. Он везет, ходит он каждый час. Ну, там есть график, я фотографировал его. Вот назад у нас будет 20.00. В 17.20 мы едем туда, следующий 18.35 назад, и потом 20.00. И последний туда отправляется в 20.40. Он бесплатно, доехали, погуляли. Потом только найти его проблема, где он там будет. Всему да, такой, хорошо заложило. Как вы думаете, что означают красные номера на машине? Ну, все ответите белые, а у этого красные. Довезли нас до Central Festival. Сейчас вам покажу торговый центр, тоже большой, 4 этажа. 1, 2, 3, 4, о, даже больше, 5, 6, наверное, еще там внизу. Манго, H&M, Липси, Алдо. Много здесь разных магазинов. Я думаю, каждый из вас здесь найдет то, что ему необходимо. За 10 лет очень сильно изменилось, когда я не раз жил. Не было этого громадного торгового центра, не было хороших магазинов, такая попроще все, гораздо попроще было. Сейчас попробуем с вами тук-тук взять, 10 бат, махнуть рукой и показать, куда мы едем. Дорога в Ирландии, переходить нужно также в любой Юго-Восточной Азии. Медленно и уверенно, потому что светофоры здесь не работают, и просто медленно, спокойно идете, они вас пропустят. Если будете убежать, то туда могут и наехать. Сели. Поскочили мы в наш отель, водитель не остановился, не поняли мы друг друга, поэтому сейчас возвращаюсь назад. Ну, я думаю, мне не дольше идти, чем пешком с того места, откуда мы стартанули. 10 бат я ему заплатил, понял, что проехали уже то место, где мы находимся, вижу, что какие-то новые места, которых мы не шли, ну, решил остановиться. Вот видите, уже никого тут нету, туристическая зона кончилась, мы выскочили. Собаки? Да, пожалуйста. Людей? Нет. Все закрыто. Ребят, смотрите, что рекомендую вам сделать. Google карты. Вы можете скачать, у них есть офлайн режим карты. Я скачал, пытаюсь себе полностью. Видите, я включил, я вижу, где я нахожусь. И вот я ввел название отеля, вот где мой отель. Ну, понятно, что здесь нету слежения без интернета, но, по крайней мере, уже сориентироваться можно. Поэтому пользуйтесь.